А если все-таки вот решимость внутри родилась, но ты не, ну, так как ты этого давно не делал, какие-то, может быть, не знаю, шаги или что делать-то? Как двигаться? Какие-то этапы есть вот, в сближении? Первое. Пишешь на холодильник табличку. Я скоро выйду замуж. Второе. Каждый вечер в течение 21 дня выбираешь, идешь в пространство, где люди находятся твоей стаи. Ну не так, что ты идешь закрыто в это пространство, пришла там, открылась, потом опять закрылась. И ты даешь самой себе обет в 20, то есть эти 21 день жить в открытом состоянии, отшучиваться, делать комплименты мужчинам. Мужчины тоже очень любят комплименты. Я вот сегодня приехал в красной рубашке. Мне тут так красиво. Заметили, какая вот красная рубашка. А я сижу красавец, как прямо как пингвин. Красный пингвин такой здесь. То есть делаешь комплименты, замечаешь. Но мужчинам очень нравятся комплименты не по поводу рубашек на самом деле, а по поводу того, как они мудро все говорят. Как они объясняют, какие у них прекрасные стихи, вот, как они прекрасно реализованы. Мужчинам очень нравятся комплименты по поводу их деловых качеств, их мыслей и их социального статуса. Вот, и просто находишь и делаешь. Если раньше ты глазами туда, внутрь, то разверни глаза сюда. Если раньше ты очень держалась, как бы что лишнего не ляпнуть, чтобы никто ничего такого не подумал, ляпай, пусть подумают. Понимаешь? Пусть подумают. А если прямо уж очень сильно подумают и очень сильно захотят, бах, и ускользнуло. То есть вот выйти из одиночества – это игра. Высунула лисичка из норки мордочку, понюхала, побежала. А, хитрая лиса, ты куда? Раз – зайчики тут подошли. Мальчики-зайчики такие. Смотрит лисичка. Что-то они, конечно, по статусу мне не подходят. Во-первых, трусливые, во-вторых, маленькие. Ну, зайчика можно только съесть. Мишки, может, волки какие-то, другие персонажи. Крокодил Гена стар уже. Даже суперстар. Вот. А так, если вот смотреть просто, но пробовать все равно. Не так, что в критериях, а пробовать. А иногда значительный возрастной разбег у людей, а живут душа в душу. Ну вот это очень парадоксальная, зыбкая территория. Но надо пробовать.